Почему эта тема вот, возникла? Да, насколько она актуальна, насколько она будет интересна слушателям? Наверное, я начну с того, что Алтай и, вот, собственно говоря, Алтайский край – это территория, где в древности, в средневековье, да и в новое и в время и в этнографическую современность всегда разводили лошадей. Это считалось одним из направлений коневодства одним из направлений хозяйствования, а истоки вот этой истории уходят в глубокую древность. И вот сегодня о ней, собственно говоря, и поговорим. И основная проблема, которая будет затрагиваться, она до сих пор дискуссионная, это проблема доместикации лошадей, то есть когда лошадь одомашнили. Существует несколько версий, вообще есть целая наука, называется ипология или гипология, вот, которая, она так называется, наука лошадя, которая изучает вот, все аспекты жизни, происхождения лошадей, их использования, селекции и так далее. Есть целый ряд таких достойных представителей этой науки, но ну, в частности, наверное, для археологии больше известен вид, вид Витт Владимир Оскарович, правда, до революции он писался «Де Витте», вот. Но вот как советские ученые, здесь по фамилии Вид, они занимались изучением лошадей и вот касались проблем, когда же все-таки лошадь была домашнена. Сразу скажу, что домашняя была практически, наверное, последним таким животным, которое люди до сих пор используют в своем хозяйстве. И, наверное, здесь проблема Глубоко и связана с биологическим происхождением лошадей, ну и, наверное, с определенными видами хозяйственной деятельности, с тем, нужна была лошадь, не нужна, когда это появилось и так далее. Было высказано довольно много предположений, называли разные регионы, вот, но ну, а изображения лошадей известные еще с верхнего палеолита, известная пещера во Франции Ляско, там целая серия изображений лошадей, причем они там разного цвета, вот, есть даже лошадь, так сказать, в яблоках, что свидетельствует о смешении различных пород. Вот. Но, конечно же, в верхнем палеолите эта лошадь не была приручена, на нее охотились, вот. ей восхищались, я думаю, потому что это грацильное, умное животное. Вот. А доместикация произошла значительно позже. И совсем недавно, так сказать, сенсацией мировой стала статья целого большого коллектива исследователей под руководством Людовика Орландо. Это французский специалист, он работает в лаборатории университета Тулузы 3 во Франции, а также еще в Копенгагенском университете работает. Так вот, в 2018 году в журнале Science, это высокорейтинговый мировой журнал, была опубликована статья о том, что было две, как минимум, вот возможности для одомашнивания лошадей. Первая связывается с лошадьми так называемой батайской культуры. Это культура периода неолита, датируется в, в промежутке 37-31 века до нашей эры. Основные объекты были изучены на территории северного Казахстана, возле села Батай. Отсюда в общем, название памятника Батай пошло и батайская культура. Сейчас известно более 20 Поселений. Так вот, на этих поселениях было обнаружено довольно большое количество костей лошадей. Там от 60 до 95 процентов были кости лошадей. И исследователь этого поселения Зайберт Виктор Федорович предположил, что это лошади были домашние. Вот. И Целая там была, так сказать, теория по поводу того, каким образом вот это массовое захоронение костей происходило, о том, что лош... лошади, так сказать, загоняли, то есть люди увидели, как косяки рыб, да, они ловили, так и косяки и табуны этих лошадей. Загоняли для того, чтобы естественно получить мясо, но лошадь это, в общем, довольно осторожное и быстрое животное, поэтому, по мнению Заберта, скорее всего, первоначально были лошади приспособлены под верховую езду именно для охоты на этих животных. Но, однако, эта версия довольно такая скользкая, ее, в общем-то, никто не, так сказать, не поддержал и высказано было масса других высказывание о том, что вообще это лошадь не одомашнена, а в общем это дикая лошадь, на которой просто, так сказать, охотились. Потому что признаков было доказательных очень мало, не было элементов конского снаряжения, вот, не было очевидных таких вот следов эксплуатации и многих других, хотя там были подключены другие ученые, в частности Дэвид Энтони, он как раз искал на зубах лошадей как раз следы вот, использования каких-то элементов конского снаряжения и вроде доказывал, что их действительно использовали. Вот как раз именно коллектив под руководством Орландо они провели довольно большую работу и рассмотрели все возможные центры доместикации. Сначала в общем, было предположение, что в Средней Азии, допустим, был такой центр, в Восточной Европе, в, на Ближнем Востоке, особенно в Восточной так сказать, Анталии. Затем на Иберийском полуострове, то есть на Пиренейском полуострове. Вот, все эти версии были не в пользу раннего времени доместикации. Только батайская лошадь, в общем-то, сыграла свою определенную роль. И доказательств, в общем-то, было приведено на уровне полигенетических исследований. Но, наверное, самым таким мощным доказательством стало то, что люди, вот, население этой батайской культуры использовали кобылье молоко в своей пище, потому что в нагарах на сосудах были обнаружены остатки вот, молока, кобыльевого молока. И, в общем, гипотеза и версия о том, что лошади были администрированы в Северном Казахстане, в общем-то, нашла больше подтверждений, больше, наверное, проблем с стало с установлением, что это за лошадь была такая. Вот. И оказалось, что эта лошадь была близким родственником лошади Приживальского. Но иногда в публикациях пишут о том, что это была лошадь Приживальская. Не совсем так. Это, в общем, будем говорить, одна из таких ветвей родственников Приживальской лошади, которая отличалась от современных лошадей. У них разные набор хромосом. Если у лошади приживальского их 66, то у современной домашней лошади 64. Однако же это не мешает им, в общем-то, спариваться и иметь здоровое потомство. Вот. И в настоящее время дискуссия была продолжена. Журнал «Природа» опубликовал серию различных мнений. Там выступали и археозоологи, и археологи. Вот. И до сих пор, собственно говоря, вопрос вот этого раннего домашнего лошади висит вот серьезным вопросом, хотя доказательств вроде бы проведено достаточно много. В этом процессе участвует и коллектив нашего университета. В частности, у нас есть проект Российского научного фонда, который называется мир древних кочевников внутренней Азии, где мы рассматриваем различные вопросы междисциплинарного исследования как раз именно хозяйства этих кочевников. И там, в общем, одной, одним из направлений является изучение лошадей. И вот в рамках сотрудничества как раз именно с лабораторией Людовика Орланда проведена уже довольно большая работа и есть уже серьезные открытия в этой области. А связано это с тем, что сейчас уже становится понятным, что было два таких вот независимых будем говорить, варианта доместикации. Одна связывается с батайской лошадью, и эта, в общем-то, идея развивается. Я об этом скажу немножко позже. Вторая, в общем-то, идея, да, она получила больше количества доказательств, с этим практически никто не спорит, о том, что, собственно говоря, те породы современные, которые сейчас существуют, они нашли истоки среди своих предков лошадей, которые были одомашнены в причерноморских степях. Вот, и затем распространились, довольно быстро распространились по всему миру. И вот источником этого Такого сдвига, такого распространения являются носители синташтинской и петровской культуры, существовавшей на территории Южного Заураля и довольно много доказательств того, что как раз именно синташтинцы использовали лошадей в качестве колесниц. Для того, чтобы в общем, участвовать в военных действиях, то есть боевых колеснице, а не для верховой езды, прежде всего. И стала проблема, как соотносятся вот эти две линии доместикации. Ну, есть версия о том, что первые лошади, которые были одомашнены, в конечном итоге одичали, да, а доминировать стала вторая линия доместикация, которая распространилась вместе с расселением народов так называемых индоевропейцев, о чем, в общем, есть целые книги написаны. Вот. и в частности это продвижение было и на Запад, и, и на Восток, вплоть до Алтая. Вот. Это, эти лошади, в общем, обладали определенными качествами отличными от батайского круга лошадей, они были более степенные, более, были способны к приручению. И э, вот сейчас э, как раз именно задача, и мы участвуем в этом проекте, э, показать, за счет чего так вот эта лошадь современная, она получила обозначение «Дом-2». Первая лошадь, которая была домашняя, ее условно вот называют «Дом-1», Вторая лошадь Дом-2. Как быстро распространилась и почему? Для этого были все условия, биологические и природно-ландшафтные. И, как я сказал, уже человеческий фактор здесь сработал, потому что лошадь была востребована. И вот она, так сказать, дошла до Алтая и распространилась далеко на восток, на юг, на запад. И, в общем, везде заняла свою вот, лакуну прежде всего связанную с степной зоной, но и затем распространилась и в лесную зону, и в лесостепную и так далее. Вот. Этот процесс довольно сложный, я на нем останавливаться не буду. Немножко расскажу, что же все-таки произошло на Алтае, вот. чтобы так сказать, нашим людям было интересно узнать, какие лошади здесь существовали. Так вот, как раз именно дом 1, лошади дом 1 были обнаружены на территории Клудинской степи. Вот. И они вошли вот в этот пул значит, первых домашних лошадей. Более того, известное поселение Березового лука в Олейском районе, где было тоже обнаружены лошади, и в принципе они были доказаны, что они домашние, тоже относились к кругу этих животных. Но а уже начиная с андроновской культуры, то есть с начала второго тысячелетия до нашей эры, на их место приходит другая лошадь, лошадь Дом-2, да, и уже для этой лошади, ну, наверное, другая история, которую стоит рассказать в следующей лекции.